Всем хай-фай, меня зовут Ярослав Самишевский, вы смотрите проект «Народный махор», в котором мы ищем талантливых певцов. И мы все еще в поселке Нововолково Московской области в кафе «Казахская хата». Сегодня мы будем петь с Олесей Гришиной. Олеся Гришина, 32 года, замужем, воспитывает дочь 5 лет, закончила Московский университет МВД, работает судебным приставом-исполнителем. Музыкального образования нет, но поет с детства. Олеся зажигательная, веселая, целеустремленная, всегда следует поставленной цели. Любит бороться, выигрывать и идти до конца. Признается, что приложит все усилия, чтобы победить в проекте. Денежный приз потратит на запись сольной песни, а оставшуюся сумму перечислит в детский дом. Олеся, привет. Какие песни будем петь? Ну, сегодня мы споем песню Юлии Михальчик в дуэте. Какую? «Косы». «Косы». Про «Косы», да. Ты не против будешь? Просто дело в том, что я женские песни редко пою, поэтому я буду подглядывать, хорошо? Ну, конечно. Да, спасибо. Разрешение есть. А вторую песню? А вторую сольную Натальи Власовой «Я бы пела тебе всю ночь». Вот так вот, всю ночь будем петь сегодня. Готово? Готово. Поехали. Плачет свечка у окна, слезы проливает. В сердце девичья беда тихо умирает. Не звала и не ждала, так судьба решила. В моем сердце пламя твое остыло. Распустила косы, ноги босы. По траве по мокрой на реку пойду. Мою про девичью беду. А беда такая, слов таких не знаю, что просто птицы белой в небо не взлететь. Не раскинуть крылья за своим любимым, а только одиноко на луну глядеть. Распустила косы, ноги босы, по траве по мокрой на реку пойду. Пусть расскажут слезы в омуте глубоком про твою, про девичью беду. По течению бежит тихо речка, и вино ромашек на волнах ее. Нет, не остановится девичье сердечко, а еще сильнее разожжешь огонь. Распустила косы, ноги босы, по траве по мокрой на реку пойду. Пусть расскажут слезы в омуте глубоком про мою, про девичью беду. Ой, распустила косы, ноги босы, по траве по мокрой на реку пойду. Пусть расскажут слезы твою, про девичью беду. Про мою, про девичью беду. Ноги босы. А нет, обуты. Я думаю, для полного образа нужно было разуться. Ну ладно. Уже все. Надеюсь, что Олег не снимал наши ноги. Заходите на сайт mahor.ru и голосуйте за Олесю Гришину. А сейчас тебе сольная песня. Я пошел. Не останавливаем, да? Небо облаком манит вдаль, потечет по щеке печаль, проплывут мимо корабли, только ты не вернешься. Я бы пел.
не станет вокруг светлей, если даже в толпе людей я одна будто на земле. Я бы пела тебе всю ночь, ты смотрел бы в глаза мои. Я согрела тебя, но ты никогда не вернешься. Я бы пела тебе всю ночь, ты смотрел бы в глаза мои. Я согрела тебя, но ты никогда не вернешься. Я согрела б тебя, но ты никогда не вернешься. Олеся, а я бы слушал тебя всю ночь и весь день, но, к сожалению, время нашего выпуска ограничено, поэтому я вынужден с тобой поручаться, пожелать тебе удачи и попросить наших зрителей заходить на сайт mahor.ru и проголосовать за Олесю Гришину. И тогда, возможно, она выиграет 200 тысяч рублей. Знаешь уже, куда потратишь в случае победы? Куда? Только в микрофон, чтобы все нас слышали. А часть денег я потрачу в пользу детского дома детишкам, а остальную часть на запись сольной песни. Хорошая идея. Будьте активными, потому что самый активный из вас поедет с нами отдыхать на теплое море. У нас спонсор Елинский пищевой комбинат. Такие консервы, пальчики оближешь. Сейчас я тебе покажу. И только пока покажу, потом ты попробуешь. Ну и, естественно, подарю и сделаю ритуал, который я делаю всегда. Спасибо. Неожиданно, конечно. Хочу сказать от себя, мне здесь нравится все, но особо у них есть новая продукция, вот Бифон. Это паштетик, очень классно с утра, с чаем, с хлебушком. Спасибо. Вот. Все, пока, до новых встреч. Пока, всем пока.